Также в рамках визита представители администрации поздравили ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Мытищинском доме-интернате, с наступающим праздником Победы. Среди постояльцев – участники войны, труженики тыла. Вручая подарки, гости высказали ветеранам самые искренние слова признательности и уважения. Вы знаете, в таких условиях, каких живут сегодня наши здесь ветераны, это замечательные условия, у них есть возможность жить в доме, где их любят, где их принимают, где им тепло. И хочу сказать самое главное. Пусть только будет мирное небо. Важнее этого нет.